Новгородских автомобилистов проверят на наличие задолженностей. Судебные приставы сегодня начали серию рейдов в МРЭО ГИБДД на улице Синая. С апреля прошлого года отдел по взысканию административных штрафов принимает меры по взиманию задолженности у жителей Великого Новгорода и Новгородского района. Еженедельно судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД проводят рейды по обнаружению должников. Можно сказать, что каждый второй гражданин, обратившийся в МРЭО ГИБДД, является должником. Это не обязательно будет должник по административным штрафам. Это также алименты, задолженность по ЖКХ и кредитные обязательства. Как это происходит? Гражданин, регистрируя на учет автотранспортное средство, обращается к инспектору ГИБДД. Тот, в свою очередь, передает данные судебному приставу-исполнителю. Далее через банк данных возможного должника пробивают и предлагают ему оплатить задолженность. В случае отказа от оплаты применяются санкции в виде ареста автотранспортного средства или иного имущества. Действенные меры по взысканию именно административных штрафов, вот что касается ГИБДД, все-таки является для должников ограничение на выезд должников за пределы Российской Федерации и ограничение специального права, то есть ограничение водительских прав. Чтобы визит ГИБДД не обернулся неприятным сюрпризом, любой гражданин может самостоятельно проверить наличие своих задолженностей на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов. За последние полугодия судебным приставам удалось взыскать 14 миллионов рублей по штрафам ГИБДД, что составляет 18 тысяч исполнительных производств. В то же время на сегодняшний день примерно такой же объем задолженности еще не выплачен по городу и Новгородскому району.